Он нравится всем безусловно, брутальный, немногословный. Он ровно по жизни шагает и все про себя понимает. Он ей проповедует счастье, она до конца в его власти. Она позабыла про слезы и летает с ним, как под гипнозом. Настоящий мужчина, это неизлечимо. Все сомнения мимо, здесь все ясно. Настоящий мужчина, это неизлечимо. Он нравится всем, он в фаворе. Он слишком умен, чтобы спорить с толпою глупцов оголтелых. Он гнет свою линию смело, он дарит ей белые крылья. Ей бывшие кажутся пылью, не нужно пути запасного. Она смеется и дышит по-ново. Настоящий мужчина,